Поддержать вас текст декларации. Кто за? Еще раз, за Россию. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех, кто собрался в этом зале, и миллионы наших единомышленников, сторонников во всех уголках и во всех регионах нашей великой России. Мы вместе, потому что мы любим нашу Родину, верим в нее, готовы работать для общего блага. Нас скрепляют ценности, которые выше политических пристрастий, групповых интересов и, разумеется, выше личных амбиций. Это свобода и справедливость, права и достоинства человека, гражданская солидарность, любовь к своей стране. За нами тысячелетняя история России, мужество и героизм наших предков, их свершения, труд, их победы, многонациональная российская культура, великая победа 45-го, покорение космоса. Во все времена, во все эпохи именно народ становился главным действующим лицом истории, решал судьбу своей страны, поднимался на защиту Отечества, если это было нужно, всем миром. Сегодня Россия переживает... Сегодня Россия переживает сложный этап своего развития. Мы понимаем масштабность, сложность, остроту проблем, которые стоят перед страной и затрагивают практически каждого из нас. Все мы хотим, чтобы Россия была передовой, передовой экономикой, была лидером научного, технологического прогресса, центром интеграционного, культурного притяжения, чтобы она была магнитом, к которому тянутся другие страны и другие народы. Все мы хотим видеть благоустроенные города и поселки, чистые дворы, улицы, хорошие поликлиники, больницы и детские сады, школы и университеты. Мы хотим, чтобы у граждан страны появились лучшие условия для ведения своего дела, для работы и, разумеется, для достойного заработка. Мы хотим, чтобы нас было больше, чтобы закрепились и стали устойчивыми позитивные демографические процессы. Мы хотим сохранить богатство нашей природы, передать потомкам памятники истории и культуры. Мы хотим очистить страну от коррупции и несправедливости, добиться правды, доверия хотим добиться между обществом и государством, между властью и обществом. Мы все хотим жить в сильной, счастливой, благополучной стране и гордиться ею. Такую Россию мы можем построить только сообща, только вместе, только упорным трудом, каждый на своем месте. Россия! 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 Россия, о которой мы говорим и о которой сейчас говорил и скандировал зал, России нужен вклад каждого. Искреннее участие в общем деле об устройстве страны, причем не завтра, а сейчас. Именно поэтому мы создаем, или точнее вы уже создали, Общенародный Российский фронт как общественное движение, силу, способную воплотить в жизнь наши планы, волю всех граждан, способную объединить нацию. И Объединенный Народный фронт должен действительно стать широким общественным движением, чтобы у всех граждан страны была возможность ставить свои народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать с места те вопросы, которые иногда тонут
в бюрократическом болоте, напрямую вносить свои предложения, которые затем станут законами и государственными решениями. Нужно дать возможность людям использовать имеющиеся инструменты влияния на общественные процессы, искать новые инструменты, умело их применять. Нужно выдвигать новых людей, новых кандидатов, участвовать в выборах, выдвигать своих людей, востребованных. Главное, чтобы эта работа была живой. Она должна быть напрямую связана с людьми, с их интересами и с решением их проблем. Цель Народного фронта – дать возможность каждому созидать великую страну, великую Россию. И мы готовы работать со всеми, кто разделяет эти идеи и ценности, кто готов разделить общую ответственность за исторический успех нашей Родины. Мы будем поддерживать гражданские инициативы и добровольчество, деловые и социальные проекты, содействовать развитию местного самоуправления, открывать дорогу новым общественным инициативам, новым лидерам. Народ России, подлинный хозяин своей земли, интересы народа – это и есть общенациональные интересы. Право народа требовать и добиваться, чтобы власть на всех уровнях, от главы государства до главы поселка, чувствовала и знала, что люди хотят. Народ России будет! Народ России будет! Народ России будет! Очень бы хотелось, повторю это еще раз, чтобы народ имел возможность требовать и от главы государства, и от главы самого маленького населенного пункта и поселка выполнения своих обязательств. А власть должна действовать открыто, честно и эффективно. Право народа требовать и добиваться лучших возможностей для жизни, творчества, дела, свобода для самореализации. Потому что успех России складывается из успеха каждого из нас. Дорогие друзья, задачи, которые мы ставим, масштабны. И решать их придется в период глобальных перемен, когда в мире все больше конфликтов и потрясений, когда все острее борьба за само право быть суверенной независимой страной, когда целые нации, целые народы отрываются от своих корней, от своих традиций и, к сожалению, подчас теряют свое лицо, теряют свою самобытность. И то, как мы ответим на эти вызовы, каких результатов мы вместе добьемся сегодня, определит судьбу наших детей и судьбу страны уже завтра. Мы великая нация, и наше будущее зависит только от нас. Только нам решать, что мы можем, на что мы способны и что мы должны делать. Только нам решать, как Россия должна дальше созидать и развиваться. Я верю в наш успех, в нашу победу. Мы – Народный фронт, и мы за Россию. Спасибо. Россия! 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 Друзья мои, нам осталось решить последний вопрос. И, кажется, я сейчас задам самый дурацкий вопрос. Кого мы изберем лидером нашего движения? Да, голосовать будем? Других кандидатур нет? Владимир Владимирович, поздравляю вас и сочувствую. Тяжеленный груз на ваши плечи. Большое вам спасибо и за поддержку, и за доверие, и за добрые слова. За поддержку и в ходе предвыборной кампании год назад, и за сегодняшние мероприятия. Собственно говоря, мы с вами сегодня сделали то, о чем многие находящиеся в этом зале говорили и что предлагали, а именно не забыть этот институт как только
предвыборный институт, Общероссийский народный фронт, а сделать его постоянно действующим институтом. И мне бы очень хотелось, уважаемые друзья и коллеги, мне бы очень хотелось, чтобы, несмотря на различия взглядов, подходов к решению проблем, перед которыми стоит страна и каждый гражданин Российской Федерации, чтобы Общероссийский народный фронт стал именно общероссийским, чтобы это была такая площадка, где люди даже разных, иногда на первый взгляд противоположных взглядов могли бы собраться, обсудить проблемы и найти приемлемые способы решения этих проблем. Только так, не сталкиваясь, а объединяя усилия в поиске наиболее приемлемых вариантов развития, мы сможем добиться оптимального пути, найти оптимальный путь и добиться оптимального результата в нашем развитии. Я уверен, что мы с вами на правильном пути. Мы за Россию. Спасибо. Вижу в этом зале самых-самых разных людей. И убеленных сединами, и совсем молодых, и опытных, и только начинающих жизнь. Но у всех светлые, мужественные и полные решимости лица. Это так здорово. Успехов нам всем. Спасибо вам.